Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусные и ароматные сырники. Рецепт очень прост, справится даже начинающая хозяйка. Можете не переживать, сырнички получатся с первого раза. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Творог вбиваем в яйцо. Добавляем соль, сахар, ванильный сахар, муку и хорошо перемешиваем. Смачиваем руки водой, чтобы удобнее было лепить. Отщипываем кусочек теста, формируем из него шарик, а затем превращаем этот шарик в лепешку толщиной примерно около сантиметра. Из 1,5 килограмма творога у меня получилось 12 сырных лепешечек. Теперь обваливаем каждый сырник со всех сторон в муке. Лишнюю струшиваем, чтобы потом к сковородке не приставало. И обжариваем в хорошо разогретом подсолнечном масле на среднем огне, сначала с одной стороны этой румяной корочки, затем переворачиваем и жарим до такой же румяной корочки с другой стороны. Выкладываем наши сырники на несколько минут на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Затем подаем к столу. Вот и все. Вкуснейшие ароматные сырники готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.